Отныне Ивановский автовокзал закрыт для въезда автомобилей горожан. Не так давно напротив здания появился шлагбаум. Руководство вынуждено было ограничить доступ стороннего транспорта, так как территории вокзала была присвоена первая категория безопасности. Это раньше надо было делать. Но так как у нас не было сил, средств, категорирование прошло у нас в 2011 году, а вот 2012 год мы ждали перечень мероприятий в соответствии с 16-м федеральным законом, перечень мероприятий, которые мы обязаны выполнить. Но специализированные организации, с которыми мы заключили договор, они вот весь 2012 год не смогли в дорожном в федеральном дорожном агентстве утвердить это все, перечень мероприятий. Следовательно, законом предписано это нам делать. И мы это обязаны делать в любом случае. Въезд на территорию объекта теперь осуществляется только по специальным пропускам. У перевозчиков, уверяет руководство автовокзала, с их получением проблем не возникнет. Все транспортные организации, которые с нами работают, которые занимаются перевозкой, они все получили пропуска и ездят по пропускам. В том числе мы выдали 75 пропусков транспортным средствам такси, но у нас ограничено место. Следовательно, мы 25 такси только запускаем на территорию. Они меняются. Одни приезжают, другие уезжают. Вскоре должна начаться долгожданная реконструкция объекта. И движение маршрутного транспорта на территории вокзала также претерпит изменения. Как это будет, пока не уточняется. Ясно одно – транспортным средством посетителей доступ в периметр вокзала отныне закрыт. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.